Ребят, вот смотрите, да, сегодняшнее обучение, которое у нас было, две темы очень большие, крупные, да, темы прошли. Это теплые контакты, очень люблю эту тему, и это построение имиджа в сети интернет. Ребят, я сейчас хочу именно у Марата спросить, да, была ли для тебя какая-то новая информация, которую ты сможешь применить в построении MLM бизнеса? Марат? Да, я здесь. Слушайте. Да, конечно. То есть для себя хочу сказать то, что всегда работал с теплым кругом, это личные встречи. После сегодняшнего обучения я получил грамотное, даже скажем так, такое мини-образование насчет того, как построить имидж в интернете, то есть как можно работать еще применив большую аудиторию, то есть сделать большой, даже скажем, колоссальный исходящий поток. То есть для себя как бы выявил много критериев, обучился. Вот. Понравилось как бы поставленный, так скажем, урок. Вот. Ну и хочу сказать, чтобы все те, кто занимается бизнесом, именно посещали, то есть обучение дает всегда свои плоды. Ну и обучение, как бы, оно должно быть всегда. Как говорится, век живи, век учись. Ну, это все от меня. Марат, те темы, да, которые мы проходили, те шаги, действия, которые необходимо выполнять, да, в построении бизнеса в сети интернет, вот эта вот тематика, да, то, что я сегодня давал, легко ли это дублицируемо? Да, конечно, это легко дублицируемо, так как в любом, как бы, MLM бизнесе самое главное, чтобы то, что делаем мы, могли повторить наши люди. Вот. То есть только этим можно добиться результатов. И те шаги, которые мы сегодня проходили, это может повторить любой человек. Никаких сверхъестественных там способностей для этого не нужно. То есть это те шаги, которые может повторить любой человек. Вот. Все, Марат, да, спасибо тебе за отличный отзыв. Вот, буду рад тебя видеть на наших обучениях. Разные темы мы будем с вами, да, проходить постоянно, вместе учиться, вот, и поглощать информацию. Вот, большое спасибо тебе. Это тебе спасибо.